Власне, сьогодні по місту вперше нанесли авіаудари. Що про це говорив міський голова Дніпра Борис Філатов? Давайте послухаємо. Хотів би ще обратитися до нашим гражданам. Я розумію, що для дуже багатьох людей це шок, але коли виникає такий шок, не стоїть, мабуть, все одно селфіться і по цьому поводу робити якісь картинки в соціальних сетях. Неоднократно уже об этом говорилось на всех уровнях и со стороны специальных служб, и военных. То есть, пожалуйста, давайте перестанем в случае какого-либо обстрела, скажем так, непреднамеренно помогать врагу. То есть, наверное, стоит информировать соседей, но давайте без фотографий, без ненужной информации, которая не несет никакой смысловой нагрузки. Силовики и так разберутся со всеми этими ситуациями, а просто для того, чтобы публиковать это у себя в лентах, этого делать не стоит. Теперь по ситуации в городе. Еще раз хочу повторить, что в областном центре все работает в текущем режиме. К сожалению, в результате этого обстрела пострадали некоторые жилые дома. Я имею в виду не сильно, а в результате взрывной волны выбило стекла у людей. Я уже дал соответствующее поручение департаменту ЖКХ господину Грицаю, чтобы он занялся вопросами обустройства, потому что на улице холодно. Кроме того, ударной волной выбило стекла в Новокадатской райадминистрации у Олега Денисенко. Тоже утром я с ним разговаривал. Тоже мы этот вопрос будем решать, потому что Новокадатская райадминистрация должна работать в нормальном режиме. Дальше вопрос, связанный с обстрелом, куда стреляли, зачем стреляли. У меня есть как бы своя версия, но я ее обнародовать не собираюсь, то есть это не имеет никакого значения, то есть стреляли и стреляли. Что еще хотелось сказать? Со вчерашнего дня в Днепре у нас возобновили дистанционное обучение, и я бы очень хотел, чтобы в том числе те переселенцы, которые сейчас находятся в городе, они обращались по телефонам контакт-центра 099-571-17 и 097-571-17, в том числе для того, чтобы их дети имели возможность к этому дистанционному школьному обучению также присоединиться. По эвакуации. Мы сегодня отправляем 3 поезда, я не буду обнародовать расписание, с ним можно ознакомиться, еще будет, наверное, сформирован 4-й дополнительный. Фактически с начала эвакуации через город по железной дороге, я имею в виду, это не обязательно жители областного центра, выехало 135 тысяч человек. Это в том числе те, кто к нам прибывает сюда из Харькова, из Изюма, из других территориальных громад. То есть эвакуация у нас налажена, и в принципе, сегодня же говорю, Хелм, Чоп, Трусковец, и будет сформирован поезд на Львов. То есть все желающие, кто хочет воспользоваться, могут ими воспользоваться. Пожалуйста, следим за официальными источниками, не паникуем. Как правильно сказал уважаемый председатель областного совета, у нас нет никаких проникновений на территорию области со стороны российских войск. Каждый день мы находимся в соответствующей коммуникации с другими территориальными громадами. В первую очередь через облсовет, он эти вопросы все регулирует. Сегодня утром я разговаривал с мэром Желтых Вод, вчера имел обстоятельную беседу с Александром Вилкулом, руководителем ВЦА Криворожским. То есть мы идем в постоянном обмене, коммуникации и взаимодействии. В принципе, на сегодня все.